Подошли к концу отчетной сессии глав городских и сельских поселений. О работе администрации Северского сельского поселения в 2021 году отчиталась исполняющая обязанности главы Северского поселения Марина Чернова. На протяжении всего года занимались благоустройством станицы. Отремонтированы части дорог по улице Народная, Западная, Найманова. По улице Ленина появился новый тротуар. В районе общежития на территории бывшего пустыря обустроили сквер «Солнечный». Продолжили обустраивать территории парка 75-летия Победы и сквера «Сосновая роща». Большое внимание уделяется и сфере коммунального хозяйства. Муниципальная программа Северского поселения «Развитие коммунальной инфраструктуры». Исполнение по данной программе составило 26 миллионов рублей, в том числе развитие водоснабжения и водоотведения – 5 миллионов. По данному направлению расходы направлены на государственную экспертизу по проектированию реконструкции очистных сооружений станицы Северская и замену 5% водопроводной сети станицы Северская. Это улицы Нефтяника, Комарова, Запорожская, Веселая, Народная, Хутор 8 марта и другие. В своем выступлении Марина Чернова рассказала и о планах на 2022 год. Планируем участие в государственной программе Краснодарского края. Развитие сети автомобильных дорог. Подготовлена сметная документация по объектам. Ждем положительного решения в Минтрансе для подачи заявок. Также за счет средств поселения мы планируем обустроить детские площадки на улице Кудыны, на перекрестке улиц Таманского, Украинска и завершить работы в сфере Солнечной. Жители Северской смогли задать вопросы руководителям местной и районной администрации. Станичников волновал тариф на вывоз мусора, электро- и водоснабжение. Много обращений касалось ликвидации последствий потоплений, чистки ериков и кюветов, обрезки веток. На все вопросы постарались дать исчерпывающий ответ. Глава Северского района призвал северчан выходить на субботники. Призываю всех выйти на субботник. Выйти на субботник и убрать возле своего двора, убрать свою улицу. Администрация также поможет, также все мы разойдемся по улицам, по группам и наведем порядок. Андрей Дорошевский отметил, что только при слаженной работе жителей администрации поселение станет чище, краше и современнее. Пока мы едины, мы не победим. Поэтому я благодарю всех и каждого за участие в работе и сессии, и в жизни, и работе в станице. Спасибо вам большое.